Кишмиш Аттика среднего срока созревания. Очень интересная ягодка, гармоничный вкус, немножко, может быть, с фруктовыми тонами. Как для кишмиша ягодка очень даже приличного размера. В некоторых ягодах вообще нет семян. В некоторых встречаются рудименты, но вообще они мягкие, съедаются. Классный виноград, очень сильно рослый, тянет нагрузку, мощно тянет нагрузку. Мы уже срезали часть гроздей, но все равно еще есть что показать. Средний любимый осами и воробьями. Вот. Рекомендую для выращивания на приусадебном участке. Классный кишмиш. Кишмиш елица. Косточек вообще немає в нем. Значит, сладенький, хорошенький, приятный, нежный вкус. Крупный грон пока что не вязал, но это практически первое плодоношение. Ну а так вообще я доволен этим сортом. Кишмиш елица. Поражає больше всего, что для такой ягодки вообще немає косточки. Просто супер. Довгожданный. Он уже давным-давно созрел. Просто я оставил для эксперимента две гронки. При палящем солнце без укрытия він не згорів. От, оси його не долблють. На вкус прекрасний, гармонічний вкус. Ну, по поводу безсемянності вопрос спорний. Тому що у многих ягодах є повноцінні косточки, в некоторих там рудименти. Ну, взагалі форма шикарна. Класно на виноградники, без проблем.